Морские просторы и его самые разнообразные обитатели, флора и фауна подводного мира никого не оставляет равнодушным. А плавание под водой с аквалангом является самым интересным приключением. На минувших выходных в Владивостоке прошел первый фестиваль подводной культуры. Большинство людей в нашем регионе даже не представляют, что можно вот сделать дайвинг своим увлечением, просто прийти, записаться на курсы и начать этим заниматься. Решили, что нужно людям об этом рассказать. Программа была насыщенной. Гости праздника катались на автобусе-амфибии, спидботе, на сабордах, а счастливчикам даже удалось увидеть подводный мир воочию. Так, например, Василий Грачев был ведущим на фестивале и много лет мечтал увидеть морское дно своими глазами. Тут мне Евгений говорит: все, мы тебя, ведущий, уважаемый, нырнем, точно. И я не стал как бы долго отнекиваться, поэтому вот сейчас произойдет, сбудется моя мечта. Я очень доволен, взволнован. И вот в рамках фестиваля Василий совершил свое первое погружение под воду с аквалангом. Это круто! Это замечательно! Я не могу стоять, подожди. Многие думают, что дайвинг – это что-то заоблачное, этому нужно учиться и стоит безумно больших денег. Но это не так. Организаторам фестиваля удалось показать, что подводные глубины гораздо ближе, чем кажутся. И доказать, что все это доступно у нас в городе. Приходи и ныряй. Также, по словам организаторов, они будут рассматривать возможности проводить фестиваль подводной культуры ежегодно и закрепить за ним постоянное место на событийной карте Владивостока. Анна Дьякова, новости на Восьмом.